Фух, наконец-то домой пришел. Рабочий день был тяжелый. Так, надо сейчас оставить здесь мои пончики, которые мне подарили на работе. Ну, сейчас, конечно, поздновато их есть. Лень, ты дома, нет? Леня? Ты чего? Страшно! Ты чего плачешь? Стой, Лень, успокойся! Да ты чего кричишь-то так? Ты соседей разбудишь! Я прочитал самую страшную книгу в мире, вот, смотри! Что это за страшная книга в мире? Человек за окном. Так, Лень, ты свою фантастику потом читать будешь, а сейчас спать пора, давай! Нет, дело в том, что человек за нами следит! Лень, я тебе отдельную комнату уже давным-давно приготовил, давай быстро иди спать! Какой человек следит еще, а? Владус, поверь мне, пожалуйста, он там, за окном, за окном! Сарай? Лёни, больше и ничего. Лёнь, давай, иди в свою комнату спать, тут как раз у тебя тепло, уютно. Ну, может, не совсем. Когда у меня будет своя комната? Я тебе говорю, давай, спать, лёг, никаких человеков за окном не бывает. Бывает! Нет, давай, спокойной ночи. Так, ладно, пора пойти и поделать дела какие-нибудь, ну... Ладно, на всякий случай. Мне нужно просто убедить себя в том, что его не существует. Я просто посмотрю в глазок и ничего больше. Правильно ведь? Господи, это еще кто такой там стоит? Так, стоп. Нет, стоп. Мне, наверное, показалось. Бред какой-то. Так, стоп. Мне не показалось. Лёнь, слушай, а что насчет человека? Что написано в этой книжке было? Надо прятаться, или мы все умрем. Да тихо, Лёнь, спокойно. Давай-ка ты мне просто расскажешь сейчас все и все. Что? Ты же мне не верил. Лёнь, ну, я теперь тебе верю, я его только что сам видел. Ты что прибежал-то, а? А? Видел, да? Видел! Стоп, что? Лёнь, он правда там стоит. Нет, надо прятаться. Слушай, хорошая идея. Лёнь, давай за мной, я сейчас кое-что придумаю. Я тебя спрячу первее. Только нужно понять куда. Подожди-ка, секунду. Нам нужно не медлить, потому что есть у меня такое ощущение. Вот, точно. А, нет, на крыше будет не вариант, это слишком очевидно. Можно, пожалуйста, в твой карман спрятаться? Дурачный совсем? Какой карман? Ну, пожалуйста. Лёнь, ну... Вот все мозги себе так отобьешь. Давай за мной. У меня, в принципе, есть идея, куда бы ты мог спрятаться. Самая простая и очевидная идея, Леонид Андреевич. Извини, пожалуйста, но полезай сюда. Ладно, я буду здесь. Стой и не двигайся. Я тебя здесь прикрою. Думаю, что он ничего не заподозрит. На всякий случай также закрою вторую кабинку. Все, дверь закрываем. Теперь мне нужно сделать что-то самому. Куда же мне самому спрятаться? На всякий случай посмотрю, что там будет за окном. Ну-ка. Ё-моё. Он, кажется, стал на несколько шагов ближе. Так, все, мне нужно что-то делать. Сейчас я подумаю. Точно, есть одна идея. Кажется, на кухне были стулья. Вот они. Один из них я сейчас возьму и утащу вот сюда. С помощью этого стула у меня получится немножко прикрыть дверь. И раз, готово. Все, первая дверь есть. Осталось прикрыть вторую. Черт возьми. Надо бы забрать второй стул. Надеюсь, у меня все получится сделать. Устанавливаем стул. Что? Кто мне может звонить в 3 часа ночи? Алло. Владос! У нас осталось 4 минуты, чтобы спрятаться. Прячься поскорее, пожалуйста. Что? В смысле? Как 4 минуты? Нет. Ладно, все, давай, пока. Мне нужно куда-то спрятаться за 4 минуты. Это же очень мало. Пончики. Точно, это будет просто гениально. Если я сейчас использую эти пончики как приманку, а? Точно. Как же я сразу-то об этом не догадался. Мне нужно забрать один из этих столов и поставить их прямо здесь. На него мы установим пончики. Вот, это будет идеальная приманка к монстру. Кстати, насчет монстра. А что если... О, нет, он подошел еще ближе. Черт возьми, что же делать? Ладно, есть у меня кое-какая идея. Точно, жалюзи. На втором этаже у меня лежали кое-какие жалюзи. И их оставалось еще с момента, как я ремонтировал эту квартиру. Вот, у меня появилась просто шикарная идея. Я полностью сейчас закрою весь дом с помощью жалюзи. Все окна просто я заделаю этими жалюзи. Мне показалось, или сейчас... Кто-то кинул что-то в мое окно. Стоп. А что, если это и был тот самый монстр, который стоит... Реально окно выбито! Эй, кто здесь мог мне окно выбить? Карапуз? Привет, Владус! Карапуз, там это... Карапуз, там монстр! Что? Я не слышу! О, нет. Он идет в мою сторону. Черт возьми. Так, срочно здесь все заделываем. Тоже здесь все заделываем быстрее. Иначе я не успею. Черт возьми, все абсолютно окна мне нужно буквально заколотить. Господи, если я не успею это сделать, то я не знаю, что будет. Точно. А что, если двери тоже заколотить жалюзями? Это же будет просто идеально и гениальная идея. Так, все, одна дверь есть. А я сам, пожалуй, спрячусь.
Я не знаю, где мне прятаться, если честно. Хотя есть одна шикарная идея. Да чё за... Да, я не понял, Лёнь, ты можешь молчать там, пожалуйста? Ну ё-моё, я тебя закрыл. Просто молчи. Мне очень страшно. Очень. Я понимаю, что тебе страшно. Но не переживай, все будет нормально. А я пойду пока что спрячусь. Осталась одна минута. Прячусь. Не знаю, где спрячусь. А что, если этот человек за окном? Он прям здесь! Так, все. Я выбрал вот эту комнату для того, чтобы спрятаться. В принципе, у меня есть кое-какая идея. Вот этот стол. Человек за окном подошел к дому. Дверь была заперта. Ему понадобилось 30 секунд, чтобы взломать ее. Человек за окном вошел в дом. Человек за окном обратил внимание на пончики. Человек за окном съел пончики. Человек за окном зашел в комнату. Ребята, он прямо здесь. Он прям стоит и как будто над моей душой. Что делать-то? Может быть, переползти куда? Не понял. Он что, ушел отсюда? Как это получилось? Он решил не заглядывать под стол? Серьезно? Да ладно, не может быть. Он просто ушел. Человек за окном зашел в другую комнату. Человек за окном заглянул под телевизор. Человек за окном поднялся на второй этаж. Человек за окном решил проверить жалюзи. Человек за окном зашел в ванную. Капец, страшно. Мне кажется, он меня сейчас убьет. Я просто нереально боюсь. Так, все, Леня, молчи. Я ничего не говорю. Я просто молчу и все. Человек за окном заглянул в туалет. Человек за окном никого не нашел. 10 секунд назад. А я говорил, вам надо лайк поставить прямо сейчас. Мне нужно Леню спасти в любом случае. Чего? Он зашел в туалет, прям к Лене. Так, черт возьми, я сейчас быстренько перебегу. И это должно быть где-то здесь. Секунду, вон же Леня. Лень, тихо. Страшно. Владус? Да, вылазь отсюда, ты зараза такая. Давай пойдем за мной. Пока он нас не видит, нам нужно срочно отсюда свалить. Иначе он сейчас тебя начнет искать. Давай за мной, у меня есть шикарная идея. Она находится вот в этой комнате. Чего? То чего? Ты видел вообще, что происходило вот этой датой? Что происходило? 5800 человек подписалось одновременно на канал за день. Как это 5800? Так это ж нереально, Леня. Это ж сколько людей должно быть на планете, чтобы 5000... Подожди, на мой канал? Так они в этот день еще и слово отгадали. Какое слово? Вот, из этих букв. А, из этих букв? Подожди, Лень, так это нереально просто. Ага, а они угадали. Так, ребята, давайте так. Если вы сможете сейчас отгадать слово и написать его в комментариях, то вы просто какие-то гении. Человек за окном приближается к двери. Лень, нам надо сваливать. Давай, скорее, у меня здесь есть один тайник. Давай, ты прыгай туда, а я... Я только что-то слышал. Я просто на всякий случай закрою этот тайник. Нет! Продолжение следует. Вы просто не представляете, где я сейчас нахожусь. Прямо сейчас подпишитесь на канал, чтобы не пропустить продолжение. Оно будет в следующей серии. Нажмите сюда, чтобы подписаться. Посмотрите другие видео на канале, а мы увидимся с вами в следующем ролике. Пока.